четыре круга, которые остаются продолжать участие финального забега. Владимир Крамов возглавил забег. Вторым бежит Арсений Петров. На третьем месте Степан Сотник. Последний круг. Арсений Петров, Владимир Крамов, Степан Сотников, Давид Николаев и Артур Коя. Артур Коя переместился на четвертую позицию. Финишная прямая. Арсений Петров. Владимир Крамов и Степан Сотников. Два круга для финиша, впереди Людмила Лесна, Юрий Гаврилов, Владимир Никонов. Последний круг.
Александр Балашов.